Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а церемония инаугурации состоится 29 декабря. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. Следующего президента впервые в истории страны выберет коллегия из 300 человек. По итогам заседания Политсовета правящей грузинской мечты бывший футболист сборной Грузии и швейцарского Базеля Михаил Кавалашвили стал кандидатом в президенты Грузии. Господин Кипиани, вот на политическом поле голы надо ожидать и чьим воротам? Да, насчет дат я подтверждаю правильность процитируемой вами информации. Выборы действительно у нас по новой модели. Коллегия выборщиков – это не прямые выборы, которые формируются определенным путем из членов парламента Грузии, автономной республики Аджари и органов самоуправления. Что касается вашего вопроса, наверное, голы надо бить в ту сторону, где наши недоброжелатели. И надо забивать все в их ворота. Что касается возможности таких голов, у нас своеобразная конституционная модель, как, наверное, известно нашему слушателю или напомним еще раз, это формат парламентской республики, где правомочия президента, они крайне урезаны. Поэтому это больше, скажем так, церемониальная должность. Конечно, там есть пара других правомочий. Но еще раз повторюсь, исходя из классической модели парламентской республики, полномочия президента, они весьма сужены. Поэтому, что касается, скажем так, более таких практических методов или практических рычагов воздействия президента или института президента на политику, наверное, не то, что наверное, исходя из того момента, который я уже обозначил в моем ответе, наверное, в этом вопросе будущий президент будет крайне ограничен. Хотя в любом случае не стоит, значит, так преуменьшать роль института. По Конституции Грузии это гарант, скажем так, территориальной целостности, суверенитета. В определенных случаях это лицо, которое представляет страну во внешних отношениях, В общем, я думаю, что у будущего президента будет чем заняться. Вот как общественность восприняла выдвижение этого человека на пост президента? И что вы можете сказать о его биографии? Насколько я изучил, он был нападающим. Да. Ну, общественность, мягко говоря, восприняла по-разному. Вчера был у нас такой довольно-таки интересный день в плане, значит, эмоционального восприятия этого вопроса. Я скажу вам откровенно, и, наверное, я не в меньшинстве. Ну, ожидания были насчет конкретных фигур, но то, что мы вчера услышали, увидели, превзошло всякие ожидания, конечно, предполагать такую фигуру. Ну, я лично, мое мнение, это, так сказать, превзошло любые, так сказать, гипотетические, я бы скажу, конструкции. Вот. Ну да, карьера господина Кавелашвили делится на две составляющие – спортивная и политическая. Спортивная гораздо шире, гораздо обширнее. Вот я вчера пошутил по грузинскому телевидению, что у нас сейчас не спортивная передача. Если была бы спортивная передача, наверное, у нас больше содержания ушло бы на этот вопрос. Что касается политической картины карьеры, начинается она сразу и вдруг с момента, как господин Кавелашвили стал членом парламента Грузии. Ну, как сказать, головокрушительная карьера, мягко говоря, это, так сказать, с определенной долей юмора, конечно. Ну, посмотрим. Пожелаем ему успехов, хотя, еще раз говорю, конституционная модель, она довольно своеобразна, и роль президента, она довольно-таки, ну, функционально довольно номинальная, скажем так. Символичная, может быть? Ну, символичная, да, еще раз говорю, там пара других. Но будущий президент будет гораздо более символичной фигурой, хотя бы исходя из того факта, что он будет избираться непрямым путем, в отличие от предыдущих президентов. Да. То есть все-таки прямое избрание – это большая легитимация и больше, так сказать, ну, скажем так, мандат доверия со стороны населения. Что касается непрямых выборов, такая легитимация, она гораздо меньше. Легитимация, имею в виду, вот в таком плане, вот в морально-психологическом плане, в репутационном. А какова сейчас ситуация в Тбилиси, особенно перед парламентом Грузии?
У нас всего с утра очень прохладно, дует ветер, температура довольно низкая. Наверное, такой параллель можно провести с грузинской политикой. Скажу, добавлю также после такого, скажем так, аллегорического введения в ответ, что после парламента, после парламентских выборов есть определенная, скажем так, высокая степень разочарованности. Что касается грузинской оппозиции, наверное, высокая степень дезориентации. Эта дезориентация продолжилась довольно-таки долгое время. Сейчас оппозиция, кажется, уже собирается с мыслями и с конкретными планами действий. Эти планы действия носят различный вектор, различные направления, как правового характера, так и протестного характера. Хотя здесь есть масса вопросов, которая связана, скажем так, с состоянием и с нынешним состоянием самой грузинской оппозиции, с качественным состоянием грузинской оппозиции и насколько вот, значит, у грузинской, существующей грузинской оппозиции есть должная поддержка и должная доверительная поддержка со стороны большей части грузинского населения, это один большой вопрос. И это не означает того, что протест куда-то ушел, это не означает того, что протест не, скажем так, будоражит грузинское общество, но что касается вот такого того политического сосуда, в который можно влить этот протест, а это конкретно оппозиционные партии, я здесь думаю, что есть конкретная, скажем так, нестыковка между, скажем так, общественными настроениями и, еще раз повторю, вот качеством нынешней грузинской оппозиции. Вот по поводу нестыковок, члены всех оппозиционных сил, да, прошедших парламент Грузии нового созыва, планируют войти в законодательный орган, чтобы официально отказаться от своих мандатов. Оппозиция письменно откажется войти в парламент, поскольку считает этот парламент неконституционным. Не приведет ли это к конституционному кризису и требованию новых парламентских выборов? Немного корректировки. Значит, среди четырех субъектов, избирательных субъектов, которые участвовали в выборах со стороны оппозиции, три субъекта, они сняли свои списки, отозвали свои списки, точнее, и эти заявления уже удовлетворены, сказали избирательной комиссии, насколько мне известно. Хотя там есть еще другие формальные процедуры, но в любом случае три субъекта они заявили и предприняли шаги в этом направлении. Что касается одного из субъектов, такой шаг с их стороны не был предпринят, то есть списки со стороны не отозваны, но они говорят, что будут бойкотировать заседание парламента. В принципе, цель вот такого подхода как раз заключается в делегитимации. То есть из четырех оппозиционных сил только три вернули свои мандаты? Три отозвали свои Да, мандаты. отозвали. Извините. Один субъект, ну, как заявили, они сказали, находится в режиме бойкота. Но суть, значит, еще раз повторюсь, этих заявлений в делегитимации парламента, хотя здесь я подчеркну, речь идет о политической делегитимации, а не правовой. Значит, 89 мандатов, которые, значит, депутатских мандатов, которые сейчас находятся в наличии грузинской мечты, они дают им и полную, так сказать, свободу действий. Это тот минимум, который дал им возможность открыть первое заседание парламента значит, признать действительность парламента не только в пределах 89 мандатов, но в пределах всех 150 мандатов. Ну, понятное дело, что это оспаривает оппозиция, она не согласна с выборами результата, с результатами выборов. И вот этот шаг, скажем так, политического демарша, конечно, в любом случае создаст конкретный дискомфорт для грузинской мечты, потому что однопартийный парламент для страны, которая претендует, скажем так, на евроинтеграционный процесс, и страна, которая является обладателем статуса кандидата члена Евросоюза, то однопартийный парламент – это не то, чем можно, так сказать, похвастаться между партнерами, перед партнерами и перед своим обществом.
А вот может ли в нынешней ситуации президент Грузии Саломе Зурабишвили взять на себя роль лидера оппозиции, тем более, что она, похоже, начала это делать? Она не раз предприняла в самом недалеком прошлом такие шаги, взять бы хотя бы вопрос так называемой грузинской хартии, который должен был быть, по идее, объединяющим документом грузинской оппозиции. В принципе, вот те четыре субъекта, которые я упомянул, они подписали грузинскую хартию. И суть вот этого документа заключалась в том, что в результате, значит, в случае победы оппозиции, формальной победы оппозиции, потому что оппозиция сегодня настаивает, что фактически победа принадлежит ей, вот эта грузинская хартия должна была стать дорожной картой, скажем так, конкретных и очень таких глубоких реформ. Были и другие, скажем так, инициативы со стороны президента. Теперь, когда срок президентских полномочий госпожи Зурабишвили истекает, она уже недвузначно, скажем так, намекнула на то, что видит свое будущее как политика в политической среде. Конкретно, как она будет позиционироваться, кто будет ее партнерами или с кем она, так сказать, сдружится в партийном понимании, ну, это, наверное, вопрос самого недалекого будущего.